одиноким быть не надо, просто будь с нами рядом. Ап, ап, а-а-а-а, ап, ап, а-а-а-а, ап, ап, за мною вверх, все время поднимайся, кап, кап, сквозь слезы смех, живи и улыбайся, ап, ап, за мною вверх, я буду светом в этом сердце, я буду светом в твоем сердце, я буду светом в этом сердце. Добрый вечер, дорогие друзья, good evening, ladies and gentlemen. Я хочу поприветствовать прежде всего участников форума. Мы хотим пожелать и нашим участникам, и их родителям, и группам поддержки замечательных дней, которые мы сегодняшним мероприятием открываем, замечательных побед, которые их ждут впереди, и пусть удача всегда сопутствует каждому из вас. Я думаю, что наши участники своим мастерством и талантами помогут разогнать эти тучи и покажут все, что они чувствуют, мечтают, о чем мечтают, и надеюсь, что все у них сбудется. Международный форум моделей талантов World Art Fashion 2013. Позвольте считать открытым. Ты открой глаза, ведь сейчас пока ничего не стало ясно. Мы мечтаем жить без забот, а все думают, это невозможно. Ведь мы день и ночь поем, танцуем и поем, когда все рядом. Наш талант — это душа, и всем подмигивает луна. Мир, в котором мы можем осуществить твое заветное желание. Дай свою ладонь, пойдем за мной, и никаких преград не бойся. Ведь мы день и ночь поем, танцуем и поем, когда все рядом. Наш талант — это душа, и всем подмигивает луна. Привет всем! Добрый вечер! Good evening! Этэмо! Здравейте! Мерхаба! Салям алейкум! И как это прекрасно, что все нас объединил! Лучший! Уникальный! Самый позитивный! И креативный! World Art Fashion 2013! Здравствуйте, и спасибо, что все сегодня собрались здесь. И, в принципе, спасибо за то, что приехали. Захотели поучаствовать, показать таланты своих детей, свои таланты. Ну, это уже стало у нас традицией, что приезжает не только участник и мама или только папа, но и приезжает большими семьями. Сегодняшнее мероприятие, мы надеемся, удастся и будет веселым, хорошим началом, задельем и стартом наших мероприятий. Это мини-мисс, этот конкурс вдохновения счастье принесет. Никаких капризов нету, нам грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят в чудеса. Пусть нам говорят, что это сон, но может стать легко он явью. Здесь всегда друзья со всей России приезжают, и не только. Тут мистеры тоже есть, и им почет и честь, хорошая весть. Джентльмены на ура, им всем подмигивает луна. Эй!
грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят в чудеса. Это мини-мисс, этот конкурс вдохновения счастье принесет. Никаких капризов нету, нам грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят в чудеса. Это мини-мисс, этот конкурс вдохновения счастье принесет. Никаких капризов нету, нам грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят в чудеса. Пусть нам говорят, что это сон, но может стать легко он явью. Здесь всегда друзья со всей России приезжают, и не только. Тут мистеры тоже есть, и им почет и честь, хорошая весть. Джентльмены на ура, им всем подмигивает луна. Это мини-мисс, этот конкурс вдохновения счастье принесет. Никаких капризов нету, нам грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят чудеса. Это мини-мисс, этот конкурс вдохновения счастье принесет. Никаких капризов нету, нам грустить нельзя. Сказка начинается и сбылась наша мечта. И теперь все верят в чудеса. Я один в нем. Серебро, дождя и солнце, и тепло. Весь насквозь, на этот раз я его гость. Я и дождь, и вот навстречу ты идешь. Эй, привет, давай вдвоем потанцуем под дождем. Он нам рисует на лужах сотни виражей. На его движение в такт. Ты пойми, неважно где или кто мы, подождем, нет никого на своем нем. Эй, привет, давай вдвоем потанцуем под дождем. Он нам рисует на лужах сотни виражей. На его, а не в мечтах, мы стоим на облаках в зеркале улиц. На-н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 а-
светимся, подобно винилу. Капли дождя, барабани по трубам, оркестрам. Смотря в твои глаза, я лишь хочу быть честным. Дождь нас покорила, твоя стихия. И вот уже на ходу, пишу тебе стихи. А разные люди за дом или без будут спасаться бесом от дара небес. Он и она, быть звездою в интернете.
увидите вы вскоре, что талантов здесь море. Настя, Лидия, Карина, Анжелика, Света, Яна, Ксюша, Женя, Аэлита, Ярослава и Диана, Лиза, Софья и Мария, Даша, Лейла и Богдан. Только несколько имен из самых разных стран. Каждый хочет на планете, я и ты, он и она. Чем золото, она смотрит на него, но на сердце холодно. Он ждет уже который год, но нет. В ее взгляде он читает пустоту комет. Он смотрит, но не видит. Она не любит, но не хочет обидеть. Как лабиринт, в котором нет выхода. Секунды на вздох, вся жизнь на выдохе. Остается только падать вниз. Он на охоте, ее сердце главный приз. Как будто у него нет других причин, а у нее уже нет других мужчин. И в этот вечер он уйдет ни с чем. Он на свободе, но она как плен. Стук в груди, но не чувствует пульса. Мысли о любви на безутильном чувстве. Ее глаза горят огни, но он не видит в них любви. Бриллианты и цветы ей вовсе не нужны. Ей не нужны его слова. Лишь кругом голова. И каждый вечер не спеша она идет домой одна. Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Быть вместе с ней его мечта, но в ее сердце пусто. Движется вперед, его надежда не умрет. Зачем? 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 Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Все шелка, цветные облака. Ведь это музыка.
Спасибо большое Art Fashion за то, что они организовали такое прекрасное мероприятие. Из года в год дают детям возможность развиваться, чувствовать себя на сцене самыми лучшими звездочками, дают им награды, продвигают их во всех отношениях именно творческих, развивают их как личности. И я думаю, каждый ребенок мечтает оказаться именно на этом месте. Спасибо Art Fashion за то, что они дают такую возможность. Молодцы! Спасибо за большое вам счастье, за прекрасные дни, проведенные с вами. И мое сердце всегда для вас открыто. Желаю вам здоровья, счастья, становитесь самыми лучшими, всегда верьте в себя, и вы добьетесь огромных высот. С вами была Лоя. Спасибо, Art Fashion. Разбуди любовь, она крепко спит. Может быть, устала от моих обид. Твои мысли и чувства укутаны вечным туманом. С утра ты проснешься, но рядом не я. И только открытая книга любви, наши самообманы. Чувства спят, они устали. Разбуди любовь, она крепко спит. Может быть, устала от моих обид. Разбуди любовь и открой глаза. Может быть, не поздно все еще сказать. Может быть, не поздно. Чувства спят, они устали, и мы бороться перестали. За них, за нас, за все, что было. Я не смогла, я не простила. Счастлива в очередной раз приехать на фестиваль, который проводит компания Art Fashion. Такое количество талантливейших, удивительных детей в одном фестивале я, пожалуй, не встречала. Просто здесь какие-то вообще уникальные дети. Они поют, они танцуют, они занимаются акробатикой, они занимаются какими-то единоборствами. То есть они как модели шикарно ходят. Они настолько разноплановые и интересные, что сидеть в жюри и смотреть на них это доставляет колоссальное удовольствие. Я счастлива, что в этом фестивале я познакомилась с какими-то уникальными, невероятными, новыми для себя детьми. И я уверена, что мы с ними обязательно встретимся на большой сцене. Спасибо Art Fashion, что мы здесь. Спасибо Puzzle is Row. Спасибо, детки, вам, потому что вы подарили большой-большой праздник нам. И просто... Я вас люблю и желаю вам удачи и всего самого-самого доброго. Я с огромным удовольствием представляю нашу многоуважаемое жюри. Елена Тесмиевская, региональный представитель компании Art Fashion, руководитель модельного агентства New Models, город Воронеж. Песчанская Людмила, руководитель модельного агентства «Султан Санбел», город Костанай, Республика Казахстан. Лилия Полищук, руководитель модельного агентства «Принцесс», город Винница, Украина. Георгина Георгиева, директор международного конкурса «Prince and Princess of the World», София, Болгария. Петя Данданова, президент арт-компании «Юстар», София, Болгария. Алексей Васильев, известный международный скаут, фотограф, директор модельного агентства World Fest Group, Москва, Россия. Популярный российский исполнитель, любимец миллионов, Влад Соколовский. Обаятельная, удивительная, талантливейшая российская певица Лоя.
Римзюгюрай, коммерческий директор туристической компании «Анекс Тур» и большой друг компании «Арт Фэшн», город Москва. Гюрбюс Такай, генеральный директор отеля «Клаб Хотелс Фазелис Роуз». Ваши аплодисменты! Леся Ярославская, певица, участница группы «Тутси», участница проекта «Фабрики звезд». Николай Коротков, генеральный директор компании «Арт Фэшн Москва Россия». Татьяна Просткова, президент международного форума моделей и талантов «World Art and Fashion», официальный представитель Всемирного чемпионата по исполнительским видам искусств в Голливуд, США. Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня мы проводим второй конкурсный день, в котором участвуют талантливые исполнители в творческих номинациях. Кого уже не вернуть. Толпа кричала, молчал,
растерянный Пилат. И повторялось все сначала: «Распни, распни, он виноват!» Году собрал самых-самых гениальных детей. Знаешь, ты был врач на снег.
Условных единиц и приглашение на телевизионный проект «Дома
Expo The Model World Fashion 2013 награждается Кригер Татьяна! Она получает эксклюзивную ленту, корону и кубок. Денежный сертификат на сумму 200 условных единиц. Гран-при Best Sport Model World Fashion 2013 награждается Бондаренко Диана! Она получает эксклюзивную ленту, корону и кубок. Денежный сертификат на сумму 200 условных единиц. Гран-при Best Super Model of Fashion 2013 награждается Симонова Дарья! Она получает эксклюзивную ленту, корону, кубок, денежный сертификат на сумму 300 условных единиц и приглашается на всемирный чемпионат по исполнительским видам искусств в Голливуде от конкурса You Art of the World. Номинации «Вокал». Бронзовыми медалями награждаются Ткачева Василина, Бондаренко Диана, Ивигаев Алан. Номинации «Хореография». Бронзовыми медалями награждаются Кусакин Никита. Номинации «Телеведущая». Бронзовой медалью награждается Бегаева Залина. Номинации «Вокал». Серебряными медалями награждается Дзюба София. И Денисова Настя за две песни. Хореография. Серебряные медали получают Стоянова София. Бегаева Залина. И Кашабудинова Зарина. Номинации «Актерское мастерство». Бондаренко Диана и Дьяченко Андрей. Золотыми медалями награждаются в номинации «Вокал» Бащелина Светлана, Пинкова Родина, Бегаева Алина. Золотыми медалями награждаются Расходчикова Анна, Бондаренко Диана и Дарья за все три танца. Дармидонтова Диана. Исабекова Аим. Москвитина Катерина. Старцева София. Актерское мастерство. Золотую медаль получает Дармидонтова Диана. Гран-при The Best Talent of Competition You Art of the World 2013 в номинации «Вокал» награждается Бащелина Светлана. Она получает медаль, кубок, денежный сертификат на сумму 500 условных единиц и приглашение на международный фестиваль талантов «Гордость нации 2014».
В номинации «Хореография» награждается Расходчикова Анна. Она получает эксклюзивный кубок, медаль и диплом, денежный сертификат на сумму 500 условных единиц и приглашение на голливудский чемпионат по исполнительским видам искусств в США. Второе гран-при в номинации «Хореография». Крис Дарья! Она получает кубок, медаль и диплом, денежный сертификат на сумму 500 условных единиц, приглашение на международный конкурс талантов и красоты «Prince and Princess of the Universe 2014». Аплодисменты нашим победителям! Здравствуйте, дорогие друзья! Привет вам из Болгарии! И вот мы снова собрались на берегу Средиземного моря благодаря нашим хозяевам Татьяне Владимировне Проскова и Николай Коротков. Спасибо, что мы в очередной раз, наверное, четвертый или пятый приезжаем тут с нашими болгарскими детьми и ощущаем вашу любовь и организация хорошая, что тут за одну неделю дети отдыхают, учатся, дружат и, конечно, выступают. Желаю вам от имени болгарской группы только здоровья и больших профессиональных успехов. Hello, dear friends from Art Fashion. I am very happy to be here in Antalya, Turkey. It was a great contest, as usual, a great forum. I hope to meet again next year, and in the meantime, welcome to Bulgaria. Здравствуйте, меня зовут Яна Антропова. Я победительница конкурса Minimis и Mr. World Fashion 2012. В этом году я была приглашена на этот конкурс в качестве ведущей. Мне очень все понравилось. Огромное спасибо организаторам. Все детки были просто великолепны. И желаю им удачи и дальнейших продвижений. Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня вас ожидает удивительный вечер. Конкурс Minimis и Мистер World Fashion 2013. Конкурс красивых, талантливых и креативных детей, которые по-настоящему являются гордостью своих стран. Приветствуйте! Номер один. Качева Василина, 5 лет, город Сургут. Hello, I'm Василина. I'm 5. I'm from Russia. My name is Dasha. I am from Russia. I am only 6, but I'm glad. No, look at me. I am alright. Hello. My name is Izba Shilina Svetlana. I represent the city of Sogut. It's one of the richest cities of Russia. Good evening, ladies and gentlemen. I'm glad to be a part of Minimis World Competition. I'm Diana Bondarenko. I'm 9. I'm Minimis Russia. I'm from Novosibirsk and Siberia. Браво, Диана! Спасибо! Hello, my name is Daniil. I'm 11 years old. I'm from Russia, from Surgut. My hobby is hip-hop dancing and singing. Бегаю, Базалина, я, и я не проиграю. У меня талантов много, я танцую и пою, я рисую, вышиваю и на сцене выступаю. Добрый вечер, меня зовут Аим, мне 10 лет, я живу в стране Казахстан. Казахстан богат нефтью, газом, пшеницей и разными полезными ископаемыми. Турция, привет, меня зовут Алан, что в переводе «самый значительный», мне 10 лет. Я Стин, живу в России. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sofia. I am 9 years old. I am from Ukraine and I'm proud of it. I dream to become a famous singer and dancer. Здравствуйте, меня зовут Аня Расходчикова. Я приехала из города Воронеж. Я умею почти все. Рисовать, плести из бисера, делать авторские открытки, танцевать и даже занимаюсь боевыми искусствами. Hello, my name is Диана Дармидонтова. Здравствуйте, меня зовут Диана Дармидонтова. I'm 10 years old. Мне 10 лет. Добрый вечер, меня зовут Зарина. Мне 10 лет. Моя родная земля – Республика Татарстан. Казань – столица Татарстана. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Art Fashion! Мерхаба! Здравейте! My name is Sofia Stoyanova.
I am from Bulgaria. Hello, dear ladies and gentlemen. My name is Sofia Davlyachina. I'm 11 years old. I'm from small and snow town Strezhevoy. Здравей, Анталия! Hello! My name is Radina Pekova. I'm 11 years old. I come from the beautiful and sunny Bulgaria. Yes, I am Nazar Nisova. I am from Russia. I live in Tomsk, region Siberia. I am 11. Гармонь развернется, душа нараспашку. Я шапкой землю ударю с размашки. Привет за границей, я из России. Запомни, Денисова Анастасия. About myself. I live in the city of Tula. I give much time to sport, gymnastics. I learn to play the piano, dance and sing. I dream of becoming a popular model. Меня зовут Москвитина Катюша. Мне 13. Hello. Good evening, dear friends. I like nice pets. I like to dance. I'm Republic Хакасия. Hello, everybody. Меня зовут Валерия. Родилась я и живу в старинном городе Воронеже. Мне исполнилось 13 лет. Как и все вы, я люблю красоту. Hello. My name is Nikita. I am 12. Здравствуйте, меня зовут Кусакин Никита. Я живу в России, в городе Иркутске. Я увлекаюсь танцами. Hello, my name is Андрей Диченко. I am from Russia. I am 16 years old. Всем привет, меня зовут Андрей Диченко. Мне 16 лет. Живу я в небольшом городе, в шахтерском городе, в городе Партизанск. Учусь в 10 классе Б. Hello, ladies and gentlemen. My name is Диана Егорова. I represent Russia. Здравствуйте, уважаемая жюри. Меня зовут Диана Егорова. Мне 13 лет. Я представляю Россию. A black and white photo, but now I feel so real. This magic in the air, these colors everywhere. Thank you.
просыпается утром под запах свежего кофе. И мы в потоках истории забыли все свои роли. Кто я для тебя, не понимаю, только это не важно. И я надеюсь отважно, что все изменится вскоре. А сердце волнуется раз, а сердце волнуется два. Сердце надеется, что еще встретимся и не расстанемся никогда. А сердце волнуется раз, а сердце волнуется два. Сердце надеется, что еще встретимся и не расстанемся никогда. И в предвкушении ночи бежим куда-то прочь мы. Там на пару часов мы будем вместе, как прежде, и расставаясь с надеждой, ты будешь самым нежным. А сердце волнуется раз, а сердце волнуется. Подарки. Dear Miss Star World Fashion 2013 завоевала Кашафутинова Зарина, Россия! Получает корону, ленту, диплом и памятный подарок. Приз Miss World Fashion 2013 вручается Бочарёвой Светлане! Она получает корону, ленту, дипломы и, конечно же, памятный подарок. Pizza Team Miss World Fashion 2013 завоевала Давлячина София, Россия! Она получает корону, ленту, диплом и памятный подарок. Second Wise Mini Mix World Fashion 2013 вручается Стояновой Софии, Болгария! Ей вручается корона, лента, диплом и, конечно же, памятный подарок. Second Wise Mini Mix World Fashion 2013 завоевала Денисова Анастасия, Россия! Она получает корону, ленту, диплом и памятный подарок. First Wise Little Miss World Fashion 2013 вручается Ткачёвой Василине, Россия! Она получает корону, ленту, диплом и памятный подарок. Фэшн 2013 получает Дзюба София, Украина! Она получает корону, ленту, диплом
и памятный подарок. First Wise Teen Miss World Fashion 2013 вручается Старцевой Софии, Россия. Она получает корону, ленту, диплом и, конечно же, памятный подарок. First Wise Young Miss World Fashion 2013 завоевал Кусакин Никита, Россия. Он получает кубок, ленту, диплом и памятный подарок. First Wise Young Miss World Fashion 2013 вручается Бабкиной Валерии, Россия. Fashion 2013 завоевала Крис Даша. Она получает корону, ленту, диплом, сертификат на 300 условных единиц и приглашение на всероссийский конкурс красоты и талантов Мини-Мисс России 2014. Мини-Мистер World Fashion 2013 Бигаев Алан. Вручается кубок, лента, диплом и сертификат на 200 условных единиц. Также приглашение на всероссийский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс России 2014» и, конечно же, памятный подарок. «Мини-Мисс World Fashion 2013» завоевала Бондаренко Диана, Россия. Она получает корону, ленту, диплом, сертификат на 300 условных единиц и приглашение на телевизионный проект «Топ-модель по-детски» и, конечно же, памятный подарок. Teen Miss World Fashion 2013 вручается девушке из Республики Казахстан Исабекова Аим. Она получает корону, ленту, диплом, сертификат на 200 условных единиц, приглашение на телевизионный проект «Топ-модель по-детски» и, конечно же, памятный подарок. Fashion 2013 получил Дьяченко Андрей, Россия. Он получает кубок, ленту, диплом и памятный подарок, а также денежный сертификат на 200 условных единиц и приглашение на всероссийский конкурс «Мини-Мисс и Мистеры России 2014». Young Miss World Fashion 2013 вручается представительница из России Егоровой Диане. Она получает корону, ленту, диплом, сертификат на 300 условных единиц и приглашение на всероссийский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс России 2014», а также памятный подарок. Для вручения главных титулов на сцену приглашаем генерального директора компании «Art Fashion» Николая Короткова и президента Международного форума моделей и талантов World Art and Fashion, официального представителя Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств в Голливуде Татьяну Проскову. Ну, прежде чем, знаете, да, все держат интригу, и прежде чем мы начнем награждать наши гран-при и супер-гран-при, я хотела бы дать слово нашим звездным гостям для того, чтобы они, наверное, поделились впечатлениями о нашем конкурсе и форуме. Считаю, что Art Fashion — это прекрасная возможность для каждого ребенка проявить себя не только внешне, показать свои творческие данные. Это лучшее, что можно подарить ребенку. Я считаю, что все здесь, дети здесь достойны награды. Они прекрасны, талантливы, любимы. И, конечно же, хочется поздравить Art Fashion с такими бриллиантами, как они. Дорогие друзья, прежде всего хочется сказать, что безумно приятно здесь в целом находиться. И огромное спасибо за приглашение. Мне очень хочется поблагодарить родителей, которые всегда думают о своих детях и хотят, чтобы они блистали на этой сцене. Вот давайте им сейчас поаплодируем все вместе от души. Спасибо. Родители, нам бы хотелось поблагодарить одного из наших партнеров. Это компания Annex Tour. Здесь присутствует коммерческий директор российского отделения Annex Tour Ремзи Герай. Добрый вечер всем. Хочу пожелать родителям всем, чтобы дети росли живы, здоровы, всегда их радовали. Любите детей, давайте им возможности, чтобы они реализовали свои планы, свои возможности. Спасибо всем. Волнующий момент. Начинаем. За умение представить национальный костюм. Гран-прикс Мини-Мисс National Fashion 2013 награждается
Пенкова Радина, Болгария! Ура! Она получает коробку, ленту, эксклюзивное украшение от бутика бижутерии «Слава Зайцев», сертификат на 300 условных единиц и приглашение поучаствовать в ежегодном международном конкурсе красоты и таланта «Prince and Princess Universe». Queen World Fashion 2013 завоевала Раскольникова Анна, Россия! Она получает корону, ленту и эксклюзивное украшение от бутика бижутерии «Слава Зайцев», сертификат на 1000 условных единиц и приглашение для участия в голливудском чемпионате по исполнительским видам искусств. Министр World Fashion 2013 получает Ткачев Даниил! Ему вручается кубок, лента, диплом и памятный подарок. Это Супер Гран Прикс! Также Даниил был признан лучшим на показе в кожаном центре Денвера. Он получает подарок кожаную куртку, в которой он дефилировал, а также сертификат на 300 условных единиц на участие в проектах компании Art Fashion. Супер Гран-при Minimis World Fashion 2013 завоевала Москвитина Екатерина, Россия! Она получает корону, ленту, эксклюзивное украшение от бутика бижутерии «Слава Зайцев» и сертификат на 1000 условных единиц для участия на голливудском чемпионате по исполнительским видам искусств. Чувствую боль ближе, ближе. В океане огня страстью дышим. Этот мир без тебя станет лишним. Зной бессонных ночей послан свыше. Успокой, согрей. Ближе, ближе, ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам. Две свечи, без любви, без причин.
рад оказаться снова в это время, в этом месте, но это уже традиция. Хочется увидеть новые лица, естественно, детей с их родителями, которые помогают им сюда приехать и устроить вот этот праздник. Это действительно праздник встречи, знакомства, новых талантов. Ну, наверное, мне как специалисту в модельном бизнесе интересно увидеть будущих возможных звезд. И, соответственно, я жду продолжения этой истории. Жду вас здесь в следующем году. Мы провели в Турции неделю, это были замечательные дни, остались хорошие воспоминания. Спасибо хочу сказать организаторам за все проведенные мероприятия, было очень здорово, за хорошее настроение. Мы поделились друг с другом хорошим опытом, появилось у нас много новых знакомств, поэтому спасибо большое. Здравствуйте, дорогие участники, будущие участники нашего форума талантов и моделей. А сказать огромное спасибо за то, что было все очень здорово, весело, позитивно, красиво и закончилось таким грандиозным шоу, которое все могли увидеть. И огромное спасибо компании Art Fashion за проведенный грандиозный труд наших организаторов. Ну вот и закончился конкурс, который длился 7 дней. На протяжении этих дней было очень серьезное соревнование за титул мини-мисс World Fashion. Я получила большое удовольствие, приняв участие в этом конкурсе. Всем девочкам я хотела бы пожелать в дальнейшем успехов и таких же побед. И, конечно, я бы хотела пожелать, чтобы на сцене они вели себя более увереннее и показывали все, на что они способны. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Егорова Диана, и я представляла Россию на этом замечательном конкурсе «Свой родной город Рязань». Я безумно рада не только победе, но и участию в этом замечательном, потрясающем конкурсе. На нем я не только заработала гран-при, который привезу в свою родную страну, но и познакомилась с множеством новых людей. Просто подружилась с ними, даже не знаю, как завтра буду с ними расставаться, когда поеду в Россию. Большое, Татьяна, вам спасибо за шикарную организацию конкурса. Николай Николаевич Коротков, благодарю вас за то, что вы дарите нам столько позитивных эмоций. Спасибо вам, то, что вы даете нам возможность показать и проявить себя в этом прекрасном конкурсе. Большое вам спасибо и надеюсь, что это наша с вами не последняя поездка. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов Art Fashion за то, что они все с каждым годом удивляют нас, создавая все интереснее конкурсы, находя новых творческих и талантливых детей. Спасибо им большое. А участникам я хочу пожелать успехов и хорошей компании.
отличного настроения. Хочу всех поздравить с таким грандиозным днем, вручением стольких подарков и подарить вам несколько своих песен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой.
Еще раз добро пожаловать. Я сегодня вечером, я очень рада. Два раза это Fashion Art вместе. Вот я для меня послали с Рос. Еще большое спасибо, Органзе. Самый 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 сам